Волшебник страны Оз в новогоднем прочтении. Знаменитый фигурист Илья Авербух представит в Москве красочное шоу, роли в котором исполнят призеры и победители Олимпиад. На репетиции побывал Игорь Мусунов. Час в гримерке, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перевоплотится в Дороти, в ту самую девочку с хвостиками из сказки «Волшебник страны Оз». В рядовой постановке эта роль писалась специально под нее. А под кого же еще? И фигуристка, и ее героиня – маленькие хрупкие девушки. Обе ставят амбициозные цели и добиваются их. Как минимум, я тоже девочка. Вот. Но на самом деле очень яркий персонаж, и, наверное, в каждой сказке, если посмотреть, есть такие целеустремленные герои, и мне приятно, что такая вот одна из главных ролей. Известную историю про трех друзей на лед перенес Илья Авербух. Фигурист, тренер, успешный постановщик презентовал «Волшебника страны Оз» 3 года назад. За это время она так полюбилась и публике, и исполнителям, что сказку решили доработать, добавить в нее волшебства. Это и, конечно же, фокусы, это и номер с огнем, это и воздушные акробаты, которые будут буквально из условного купола слетать вниз. В обновленной версии постановки много сюрпризов, и все они до премьеры держатся в строгом секрете. Раскрыт лишь один. Главную героиню распилят напополам прямо на глазах у зрителей. Вот в этом иллюзионе. На репетиции с этим номером Евгения Медведева справилась на отлично. Вспомнили программу и уже готовы к выступлению ее не менее знаменитые коллеги. Оксана Домнина и Роман Костомаров в постановке олицетворяют борьбу добра со злом. У Романа, пожалуй, самая сложная роль. Олимпийский чемпион выходит на лед в образе грозной ведьмы. Дочка у меня вообще фанатеет от этого моего образа. Всегда смеется, смотрит, пересматривает то, что было 3 года назад. И, конечно же, ждет с нетерпением, когда мы представим эту сказку вновь. Мне кажется, это мечта любой девочки вообще быть ангелочком и таким, в таком красивом платье. Вот. В этом году к коллективу присоединился Николай Колесников. 13-летний фигурист, самый юный участник постановки, сыграет роль собаки Татошки. Он восстановился после травмы и на премьере планирует сделать сложный прыжок. Волшебную сказку презентуют в преддверии новогодних каникул и покажут на льду московского спорткомплекса «Лужники». Игорь Мусунов, Наталья Быкова, Артем Куковский, Александр Смоленинов. Мир 20.